Вот. Ладно. Будь то коротенькое видео пускать. Вот, да, это как бы продолжение. Вот. Только их не перепутать там все. Так оно то супер короткое, может, удалим? Нет, не буду удалять. Ладно. Вот. И пускай супер короткое. Склеить там все равно уже не получится. Долго просто. Вот. Вот такую сумочку мне подарили. Смотрите, девочки, мне подарили сумку. Нет, прекрасно. Да ладно, я прикалываюсь. Винази. Или, Инази. Чё? Юанзи. Юанзи. Мне понравилось. А Эмиль мне сделал столик под цветы. Я его пока не буду показывать, потому что его нужно обклеить. Или сделать клеёночку. Да. Просто обычные ножки и это. Да. Вот, столик под цветы. У нас тут будет... Я наконец-ки тебе сделал столик, чтобы ты мне нервы не трепал. Ладно, все, поехали. Ладно, давай покажу. Вот. Короче, да, мокрая доска, она и просто... Его просушить, да. Его надо просушить. Да. Просто обычный брус, свои ножки отпилил, и все. Сойдет. И торт. Да. Это вот такие вот сегодня у нас. Это как их? Котлипсы. Ну как их, тефтели, как их я понадобился? Котлипсы. Да. Вот тут целая гора. Хорошо. Ну сними, что ты. Они нормальные. Они вкусные, кстати. Но я их, стоп, правда, не ел. Я только один банан съел. Для торта, для чего? Для тортов. Да ну какая-то это фигатей. Я не люблю. Ты просто еще режешь. Дай покажу. Весь вкуснямский. Даже с начиночкой. Я заслужил сегодня за столик. А вот такой вот. Вкуснямский. Давай. Тарелочку. Дай я. А Димка где, в бане? Это, в душе купается или в ванне? Мам, ну это не на видео. Чё ты? Нет, а я просто. Здесь ничего такого нету. Это... Если как ее. Ну, летом, конечно, в душ. В душе, то это. Надо быть закаленным, чтобы купаться. Сейчас прохладненько. Ну, в общем, вот так вот. Вкуснямка. Да. А это баба писали. Угу. Нам по кусочку. А я сейчас. Ничего не обидишься? Нет. Я это как его. Потому что нет. Я сейчас делаю одну интересную модельку. Концепт Ниссана. Nissan GTR R50. Тарелки все заняты, что ли? Сейчас. Да ладно, давай потом. А. Давай, что ты? Тихо. Да что ж ты такое, я не пойму, а? Да бывает, выронил. Сейчас изобьем. Должны девочки бить мальчиков, а не мальчики девочек. В смысле мальчик девочек? Потому что я такая злюка. Я прикалываюсь. Я шучу. Никто никому ничего не должен. Все кому должны... я должен был? Я прав. Парню, я тебя не снимаю до пояса. Что с тобой, да а? Да что сегодня летает-то он? Эмиль, ты это... Я тебя не собирался снимать. Да вдруг... ты это... Господи. Короче, точно... летучий телефон. Летучий телефон. Летучий, блин. Летучий голландец, блин. В общем, если хочешь еще кусочек, да нет, хочешь, ни одного, потому хватит, что это ни одного хватит. Баба сказала делить на пополам. Нет, я люблю один. А это вот простокваша, завтра может что-нибудь напечь. Одного набери тогда. Тарелочку мне принеси. Я тебя в труселях сняла, кстати. Спасибо, сынок. Спасибо. Ладно, отверни камеру. Да ладно, что такого отворачивать. Ну все, неси тарелочку маленькую. Так.
большое спасибо. Что, еще кусочек будешь брать? Ну, бабе нарезать. А, бабе нарезать. Хочешь еще один это? Не надо. Я-то на ночь тоже хотела бы не есть. Удержаться. Как у Димы сил воли хватает. Вот. А я это... Мне можно есть на ночь? Еще пока позволительно или уже не стоит? Я просто хотела спросить. Чего ты сразу? Я просто хотела спросить. Можно. Да нет, мне качаться надо. Мне качаться надо. Чё? У меня сейчас нет ничего. Ну повернись, тебе не видать. Мне качаться надо. Нормально у тебя все. Ой, какие растяжки. Растяжки, да. А ты что думаешь? Я летом качался, у меня хорошо все было. Зимой перестал, все, растяжки. Ты что думаешь? Растяжки, все. А ты что думаешь? Ты что, когда качаться прекращаешь? Все, когда прекращаешь качаться, во-первых, боли сильные очень. Мышцы сокращаются обратно. Вернее, не сокращаются, как? Они же натягиваются, когда ты качаешься. А потом они расслабевают, и они растягиваются обратно. И поэтому боли сильные из-за этого. И потом еще сама кожа растягивается. То есть все, качаешься, нельзя бросать. Так вот, вот такой вот у нас сладкий опять вечерок. Сладкий во всех смыслах. Шутка. Ладно, Дима хоть сейчас успокоился, не оскорбляет ничего. А то он мне все какой-то это обзывал. Как. Кусачий какой-то. Муха не африканская. Муха африканская. Кусучий. Как ты его называл-то? Не знаю, ну и... Ладно, проехали. Как он там, у него это, дурь в голове вечно какую-то фигню несет, какой-то мухой обзывает. Той совой, которая мышей ворует. Совой, которая мышей ворует? Да, я ворую. Совой. Говорит, у него глаза такие большие. У меня глаза, он сказал, большие? Нет, у совы, у этой. Говорит, у этой совы глаза такие большие. Мышей ворует. Ворует? Может, съедает? Короче, пока. Ладно, всем. Пока. Всем до свидос. И всем пока. Хорошего настроения. Все, хватит, Эмилюш. Всем хорошего настроения. Настроение, здоровье при здоровье и здоровье. И любви, любви, любви при любви. Ну все, хватит дуримать.